орудия тесные, мы же со страхом поклоняемся страстям Сына Твоего и завет. Спасение.
непрестанно Богу песнь. Аллилуйя! Радуйся, я получаю тело, прислышал Христа, защитителя твоего. Радуйся.
хотящим воспевать страсти Сына Твоего, помози, Владычице, и не отрини молящихся пред чудотворную Твоею иконою, и воспевающих из глубины души песнь «Аллилуйя». Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
пение многовещатное, не возмогут воспеть и страдания Твоя при кресте. Ты же, о Пречистая, лице согласы терзающие и перси бьющие, взывала еси, Сыне, прими дух мой и не остави меня едину. Мы же недостойны, умиленными гласы зовем ти. Радуйся тебе, нечестивый Бог. Yeah.
Прими недостойных раб твоих
поклоняемся скрестем Сына Твоего и зовем Тебя. Радуйся, Боже, в тебе есть мощь.
исцеловали совет, и быть, як услышали совет целование Марино, взыграся младенец во чреве ее, исполнися Духа Свята Елисавет, и возопи глазом верим и рече, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие, да придет мать Господа моего ко мне, себо яко бысть глаз целования твоего ушью моею, взыграйся младенец радощами во чреве моем, и блаженно веровавшая, яко будет совершение глаголанным ей от Господа, и рече Мариам, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе спасе моем, яко призве на смирение рабы своя, сего отныне ублажат мя все роди, яко сотвори мне величие силы и свято имя Его. Прибыть же Мариам с нею, яко 3 месяца, и возвратися в дом свой. Слава тебе, Господи, слава тебе. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине и Отце нашем, блаженнейшем митрополите Владимире, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем архиепископе Симеоне, и все его Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии.
христианам, и в час кончины жизни нашей предстательствуй, о все непорочная, помилуй.